Жители горной неделицы, крошечной деревушки в Ядерской долине, готовы на все, чтобы рудник по добыче лития, соглашение по которому Сербия подписала с Евросоюзом, никогда не открылся. Литий и барит были обнаружены в долине в 2004-м британо-австралийским концерном Rio Tinto. С тех пор горно-металлургическая компания проводила разведочные работы с целью строительства рудника. Массовые протесты 2021-2022 годов вынудили правительство приостановить реализацию плана. Нас не интересуют их профиты, капитал. Мы все отгаяли на этой земле и нормально сконтрачиваем на этой земле, а она не наше властинство, не властинство нашей дети. Власти в ответ заявляют, что Ядерская долина скрывает до 158 миллионов тонн лития. Это около 17% от общих предполагаемых запасов на европейском континенте. Но для критиков риски, связанные с добычей драгоценного металла, перевешивают выгоды. Рудници литиума и бора, prvenstveno литиума, у свету су углавном у пустинјама, у пустинским пределима и у ненаселенным местима планете, где у окружењу от 100 до 200 километра нема. В субботу тысячи сербов выйдут на улицы, чтобы выразить протест против сделки. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии заявила, что добыча лития могла бы сблизить Сербию с ЕС и помочь снизить зависимость от Китая. По официальным данным, работы на руднике начнутся не ранее 2028-го. По этой причине президент Вучич считает нынешние протесты политическими.